Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, значит, это 11-я часть моего прохождения игры Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну и так, в прошлой серии мы с вами возобновили прохождение, прошли несколько чемпионатов, попробовали поучаствовать в заводском чемпионате Must, но не очень удачно. Вот. Ну, ничего страшного. Плохой опыт — это тоже опыт. В этой серии мы продолжим начатое. И закончили мы прошлую серию на чемпионате машин 80-х годов. Ну и сейчас для начала мы продолжим. Его там осталось две трассы. Вот, добьем их. Ну и будем надеяться, что за них, за эти две трассы, нам дадут какие-то стоящие тачки, на которых мы сможем дальше продолжить восхождение на гоночный Олимп. Так, ну давайте сядем в наш гоночный болид, который уже доказал свою состоятельность, уже довольно потрепанный, уже много чего повидал на своем пути. Skyline наш, GTS. Ну и продолжим чемпионат 80-х годов. Да, наш Sky, конечно, 91-го года, но по сути R32 начали это выпускать еще с 89-го года, поэтому ничего страшного, нормально, пойдет. Вот оператор с вертолета спрыгнул с парашютом и вот так наезжает на нас, на всех, на стартовую решеточку. Трасса, кстати, вот Сиэтл в полной своей конфигурации. Гораздо она, конечно, знакомее, чаще гораздо встречается, чем в своей короткой конфигурации. Блин, как я лажанул в прошлой серии на короткой ее версии. Ну ничего, здесь я, в принципе, ее знаю, не должно никаких быть сюрпризов. Кстати, вот, вот эта трасса тоже в шестой части, было бы ее неплохо так увидеть. Было бы хорошо, если бы они ее с одним из следующих дополнений бы выпустили. И, кстати, вот хотел с вами поделиться тут мнением своим насчет как раз дополнительных трасс, которые выходят в Gran Turismo 6. Ну, в качестве дополнений скачиваемых. Мне кажется, не очень прикольно, что ли, что вот эти новые трассы, они, ну, доступны, по сути, только в одиночном, точнее, как не в одиночном даже режиме, а в режиме Time Attack, ну и в онлайне можно на них поездить. А по сути, в сам геймплей эти трассы все равно никак не встраиваются. То есть в одиночную кампанию, в чемпионаты, то есть вот как разработчики выпустили там в конце 2013 года игру, так этот режим однопользовательский, он и не менялся с тех пор, даже несмотря на то, что вышли новые трассы. Вот. Это, конечно, не есть хорошо. Мне кажется, ну, было бы четко. Да и думаю, возможность есть у них вот именно в геймплей их встроить непосредственно. По каким причинам они не делают этого, не очень понятно. Может, чтобы, ну как, не расстраивать тех, у кого нет интернета. Ну так в любом случае они расстроятся. То есть они не смогут покатать на этих новых трассах. Не так. То есть даже в онлайне не смогут принять участие. То
То есть, ну, имею в виду в онлайне, это же сезонные вот мероприятия там есть. И, в принципе, там, по сути, даже чемпионаты какие-то онлайновые есть. Со своими также ограничениями, какими-то призовыми, со своими машинами. Но это вот доступно только, ну, какой-то определенный промежуток времени. То есть, там, каждая сезонка, ну, примерно месяц длится. Там, плюс-минус. Кстати, насчет сезонок и насчет дополнения, сегодня включал шестую часть, так решил пыль сдуть с нее, и там как раз вышло дополнение очередное 1.20, ну и там, ну, как обычно, там сколько, три машинки было: Vision Gran Turismo, SRT Tomahawk. Выпустили они, в общем, две версии абсолютно не, ну, как по мне, неиграбельные этой машины. То есть там 2500 лошадей, ну, то есть там такой монстр, что хуже, чем Red Bull. То есть понятно, что эта машина абсолютно нереальная, она невозможна в реальности. Ну, то есть как собрать ее, конечно, можно в реальности, но по сути управлять ей никто не сможет. Это полный бред. Не люблю я такие концепт-кары, которые, ну, далеки от наших суровых будней, так скажем. Вот. Мне что, Red Bull никогда не нравился, этот прототип их. Ну и вот этот Tomahawk сейчас абсолютно тоже не по душе пришелся. Там я его в сезонке проехался так чисто. Там еще трассу на этот самый, ну, самую серьезную модель поставили, Нюрбургринг, Северная петля. Ну, там, конечно, народ упоротый есть, кто проезжает там на 2 минуты круче, чем даже золото. Ну, время, которое дано на золото, но я не из тех, я, это надо сколько, блин, ездить. Вот, значит, вот такая версия, самая мощная, самая заряженная. Средняя версия тоже практически неиграбельная, у нее там на 1000 лошадей поменьше, у нее не 2600, а 1500. Вот. Так, немножко отвлекусь. Вот, наконец-то мы выиграли. Ну, что значит наконец-то? Не наконец-то, а просто выиграли. Вот, Skyline, это они нашего все боятся, блин. Это уже агрегат такой суровый. Сейчас главное, чтобы нам машину дали. Какую-нибудь такую, которую можно использовать во благо. Ну, имею в виду, что в каком-то чемпионате ее применить. Так, ну что, смотрим. Что нам там дали? Mugen Integra. Так, Mugen Integra. Ну, блин, опять передний привод. Ну, такая она довольно мощная, кстати говоря, для переднего привода. Можно будет... Так, вот она мощнее Civic'а нашего. Ее можно, кстати говоря, применить в чемпионате будет заводских марок. Фондах. Там по-любому есть чемпионат на интеграх. Да, кстати, и на Цивике, наверное, есть. Так что пока она нам пригодится как раз таки. Тем временем у нас последняя трасса в чемпионате машин 80-х годов в Таити. Неплохая тоже, кстати, трасса. Тоже бы ее было бы неплохо увидеть и в шестерочке, и в семерочке, тем более. Вот. Так вот, кстати, я продолжу. Да, кстати, Skyline вообще неплохо на фоне почти 400 сильных тачек. Так, ну ладно. Значит, вот Tomahawk-то этот у нас в трех версиях, ну, получается, они вот выпустили в этом дополнении. Две, по сути, неиграбельные, ну, а третья более или менее, там, всего лишь,
всего лишь берем в кавычки, естественно, 1000 лошадей у этой третьей версии, самой слабенькой, ну или можно сказать, это первая версия, наверное. Вот, и на ней там надо было проехать на трассе, какой же. По-моему, Дайтона. Вот, ну и проехал я, в общем-то, все эти три томагавка заработал себе. И еще там было в этом дополнении небольшое такое, ух ты, блин, нифига. Манящий такой туда поворотик, да, заезд на пит-стоп. Блин, помню, в детстве, когда играл, бывало, что несколько раз прям влетал туда. Ну, правда, на машинах более мощных уже. Ну, поворот, конечно, классный сделали, прям такой с вызовом, этот заезд на пит-стоп. А бывало, что и соперников, кстати, туда закидывал, тоже удобно. Чуть расширяешься, выталкиваешь его и туда. Тоже такая тактика была. Вот, так, еще, значит, там косметическое такое графическое небольшое дополнение было. А это трасса Woodwood Hill Climb, которая там, вы не поверите, заменили в эту вот знаменитую их стелу, как ее назвать, как-то памятник, да, вот этот вот, ну, стела скорее, да, где такая спираль как бы закрученная вверх идет, да, и на ней там машины были, там был Lotus, по-моему, раньше в формуле, не, сейчас они туда вот опять как широко вышел, блин, опасно, ничего, все под контролем. А сейчас они заменили Lotus там на две модели Mazda. Одна Mazda — это лимановская 787 модель. И второе — это вот концепт-кар, который ML55, по-моему, называется. Ну вот который вышел в Vision Gran Turismo тоже не так давно. Вот, заменили. Но он и в реальности, кажется, там изменился. И вот они в игре его заменили по поводу того, что в конце июня вот Гудвудский фестиваль 2015 стартовал. Решили такое обновочку сделать. Ну, в общем, так я смотрю, что они... Последнее вот такое большое стоящее обновление было, это вот когда они добавили трассу Midfield. Ну и что они туда еще? А, режим Bespec прикрутили. Не знаю. Будет ли еще что-то. Сейчас, по сути, ограничиваются только вот этими концептами режим Gran Turismo, ничего особого больше не выходит. Да и, возможно, и уже и не выйдет. Потому что говорят, что они всерьез там работают над седьмой частью. Будут ли они дальше развивать шестерку? Ну, по-серьезному имею в виду, что так-то понятно, сезонки выходят регулярно, какие вот эти вот концепты. Ну, как бы все равно молодцы. Не бросают, докручивают, допиливают, что-то там стараются. Ну вот. Но чего-то серьезного, возможно, уже и не будет. Редактора трасс, по крайней мере, наверное, уже не будет в шестой части, мне что-то так кажется. Так, ну что, смотрим, что нам там за последнюю гонку дали. Ох ты, прокачанный Skyline. R30. Старенький. Там где-то 80, наверное, 81-го года машина. Да, ну это прям... Прям действительно формула. Космический корабль какой-то. Да, помню я его еще с детства. Вот этот вот суперболид. Ну, сейчас, так как мы, так скажем, на начальных этапах своей карьеры, он нам пока не пригодится. Нам бы расквитаться, рассчитаться тут с этими начальными чемпионатиками. Так, вот давайте зайдем в Хонды.
Смотрим, что там за заводские чемпионаты у них есть. Ага. Вон Type R митинг. А у нас Интегра как раз Type R-овская. Вот можно прогнать. Да, тут, кстати, вот написано же рандом курс. Я что-то вчера когда... Ой, не вчера. Ну, в общем, в прошлой серии. Не заметил, как-то не обратил внимания на эту надпись. Как говорится, слона-то я и не приметил, да? Такими крупными буквами написано посередине прям. Ничего, бывает. И на старуху проруха. Посмотрим, как наша Интегра на фоне остальных тайперовцев тут будет. Мне кажется, они тут все-таки уже не с заводской комплектацией, то есть несколько затюнингованные. Но благо трасса такая хорошая. Ой-ой-ой, что-то немножко FPS проседает. Кстати, заметил в прошлой серии, когда проезжали мы здесь по этой трассе, вот именно в этом же месте, в первом повороте, почему-то тоже лагало. Ну, видимо, он какой-то такой особо прокачанный по графике поворот. Вложились они прям, разработчики, в этот поворот очень серьезно разрабатывали его. Он получился настолько мощный, что даже его не вытягивает первая сонька. Так, ну тем временем, в принципе, неплохо идем. По крайней мере, безбожно не отстаем. Даже, я бы сказал, немножко догоняем. Впереди у нас NSX Type R. Ну это, конечно, король среди тайперов. Ничего тут не скажешь. Еще куча сзади наседает. Вообще ситуация патовая. Кстати, вот заметно даже, что на нашей Хонде, на нашей Интегрочке шильдик вот этот вот Honda значок, он красного цвета, это именно и отличает все тайперы у Honda. То есть у них, ну, фишка такая, если модель данной машины тайперовская, то именно вот этот шильдик, он красного цвета. Ну, такая небольшая ремарочка. Так, тем временем собрат наш нас уделал и почему-то уходит вперед. Тоже Интегра. Как ни странно, тоже Type R. Блин. Возможно. Кстати, вот на этой Интегре она у нас из переднеприводных самая мощная. Ну-ка, пошел вон. Пусти-ка более быстрых соперников. Она у нас с переднеприводными, значит, самая мощная. И на ней можно будет попробовать пройти еще переднеприводный чемпионат. Он у нас, по-моему, тоже еще даже не начат. Ну, это позже, конечно, будет. Надо будет еще посмотреть, какое там ограничение по лошадиным силам. Ой-ой-ой, вдвоем накатываю с двух сторон. Блин, кого же крыть-то? NSX! Так, вроде... А тут с этой стороны Интегра еще. Да что? Да ну нафиг, а! Ну вы гляньте на них, вот уроды, а! Ну вдвоем просто командной тактикой обошли. 67 тысячных! Вы гляньте, какой плотный финиш. В 0,3 уложились 6 машин, кошмар. Блин. Ну они по-любому договорились на выходе из последнего поворота. Давай-ка его с двух сторон в коробочку. Ну блин, не, конечно, красиво было. С двух сторон меня давай обгонять. Главное, просто, ну, параллельно шли. Если бы еще один чуть впереди, другой чуть сзади. Блин, жесть. Не, ну зато интересно, что. Так. Достали они меня немного. Давайте-ка нашу Интегру немножечко качнем. То что ж мы? У нас какой-то гандикап получается. Ну, по-любому они мощнее. Мощнее. Наши Интегры.
Надо немножко добавить лошадиных сил, ну и можно под это дело еще и поворачиваемости добавить. Но постараемся не тратить особо деньги. Ну, то есть покупать по возможности детали, которые дешево стоят, но дают, так скажем, максимум выигрыша. Ой-ой-ой, 16 тысяч, не-не-не. Это для нашего бюджета слишком много. Тоже многовато. Ох ты, хорошо, вот за 5 тысяч, еще плюс 12 лошадей, все, берем. На этом, я думаю, достаточно. И самое простое, что нам сделать. Нет, подвеска, конечно, дорого. Резину. Слики поставить на наш болидик. Софт. Даже можно было медиум взять. Слики, они есть слики. Там, в принципе, по большому счету, жесткие или супер мягкие. На данном этапе без разницы. Так, ну что же, ребятушки, давайте-ка посмотрим, как теперь они запляшут. Ух ты! Apricot Hill, отлично, вообще отличная трасса. Просто сегодня нам везет. Вот вчера две трассы попались, прям таких злостных очень. Сиэтл короткий и что-то там еще. А, этот Рим ночью, это было просто издевательство. Ага, Apricot Hill-то в обратку. Ну, ладно. Конечно, в обратку он гораздо реже встречается, но все равно трасса знакомая. Я думаю, с дюжем. Ох, ничего себе он. Не, вы видали, как он срезает? Ну ты, парень, даешь. Чувствую, что уже ему не по силам тягаться с нами. Приходится нарушать правила, да? NSX-ик. Ну ничего. Мы тебя и так сделаем. Кстати, вот насчет Gran Turismo 7. Это недавно же E3 вот прошла. Ну, сравнительно недавно, где-то недели две назад, три. И много чего там, конечно, было анонсировано. Мне очень понравилась конференция Sony. И объективно, в общем-то, она была лучшей. Ну, то есть, многие, очень многие сходятся на том, что у Sony была самая, скажем так, мощная конференция. Ну, еще, в принципе, Bethesda мне понравилась. Там Fallout, с их Fallout 4. Много чего рассказали. Но у Sony, конечно, мощная была конфа. Но немножко меня опечалило то, что Gran Turismo 7 так и не была анонсирована. Но есть еще небольшая надежда на GT7, это на Gamescom, который вот будет, в принципе, скоро тоже. Опять же таки, в начале августа. Правда, Sony сказала, что на Gamescom не приедет, но в этих же числах примерно, ну или чуть-чуть до или после Gamescom проведет, в принципе, свою конференцию, ну, типа PlayStation Experience, как это было, когда там весной, по-моему, она проводила, вот. Так что, возможно, Gran Turismo 7 все-таки будет анонсирована в этом году, и там-то мы и порадуемся все вместе. Ну, а так, в принципе, там, конечно, Sony просто била по ностальгическим мозолям конкретно всем фанатам. И Final Fantasy 7, когда была анонсирована, просто там народ, ну, я не знаю, что там, плакали, по-моему, там все чуть ли не молились. Вот. Правда, если честно, я сам финалку 7 не играл. Так, по большому счету, первая финалка, которую я поиграл, это вот на PlayStation 3, 13-я часть. И то я ее не прошел. Так-то она, игруха, вроде ничего, прикольная.
но что-то вот эти пошаговые все темы не очень мне понравились. Вот, поэтому я подзабросил ее. Так, ну тем временем мы благополучно уделали всех этих сопляков с прокачанной-то интегрой. Они ничего не смогли поделать. Плохо, конечно, что они за этот чемпионат, ну вообще за заводские, чемпионаты не дают машины. Ну да ладно, мы с этим справимся. Еще тут, получается, есть чемпионат Цивика. И Цивик у нас тоже есть в гараже. Давайте-ка сейчас растрясем нашего Цивика, а то он уже запылился. Прокатимся на нем в заводском чемпионате Цивиков. Угу. Так, там надо будет... Там еще много, кстати. О, здесь еще и в гоночной модификации Цивики тоже есть. Чемпионат. То есть, да, еще делится на... На две категории еще. Не во всех, правда. Но вот здесь так и есть. Ну, это когда мы уже деньгами разживемся, тогда можно будет его прокачать. Там гоночную модификацию мы купить. Да или заработаем где-то. Должны давать прокачанные цивики. В общем, ладно, это будет потом. Опять, кстати, Сиэтл. И на этот раз в обратку. Я смотрю, здесь еще тенденция такая. В заводских этих чемпионатах трассы в обратку идут. Ну да, то есть, так усложняют они, в принципе. Прилично эти. Трассы в основном прямо идут. О, вляпался. Так вот, конференция Sony, значит, запомнилась, да, несколькими играми, такими анонсами громкими. Вот финалку седьмую. Я бы, конечно, в нее сам поиграл бы, ну, потому что действительно настолько она, ну, популярная, и люди так ее ждали, вот именно ремейка этого, то мне прям самому стало интересно. Хотя, говорю, фанатом серии Final Fantasy никогда не был, но порадовался за людей, что долго ждали, и вот наконец-таки Sony сделали дело, очень такое одобрительное со стороны фанатов. То есть пошли им навстречу и вот забабахают ремейк самой популярной финалки, которую очень давно ждали. Ну, еще один, конечно, громкий такой камбэк был, это The Last Guardian. Прям я и сам ее игру эту ждал, ну, еще на PlayStation 3 так и не дождался, как и многие, и в итоге вот сейчас ее переанонсировали на четвертую Соньку. Выйти она должна в 2016 году. Ну, естественно, там и графику подтянут, и все. Ну, блин, игра, конечно, прям завораживает. Там геймплей показывали. Как вот этот мальчишка с этим гиппогрифом взаимодействовал. Там такой он прикольный, эта животина. Такое еще видно, что щенок, или как сказать, птенец. Птенец, щенок, пцещен. Ну, такой он очень милый, прям очень живо так сделан. Анимация у него просто прекрасная, конечно. И вот момент мне там понравился, что в какой-то определенный промежуток времени они там забрались на какую-то платформу, и там стоял что-то, какая-то клетка, и наверху ветряк какой-то с какими-то флажками. Ну и, в общем, этот вот щенок, он так прям увидел и испугался вот этой вот конструкции, и у него там перья стали дыбом. Ну и он так назад давай пятится, зашипел там. Ну, классно было, такой прям живенький момент. Просто, ну,
очень классная игра, наверное, будет. Прям жду с нетерпением. Вот, сейчас-то уж надеюсь, Sony доведут дело до конца. Вот, что еще? А, Shenmue 3, конечно же, еще очень громко, конечно, они хлопнули дверью. Это вот насчет Shenmue 3. Правда, Kickstarter анонсировали как бы не саму еще полноценную Shenmue, но вышел вот разработчик первых двух Shenmue, по-моему, Suzuki, да, его Юн Suzuki. И, значит, попросил фанатов скинуться баблишком. И попросил 2 миллиона. И, в общем, эти 2 миллиона там насобирали меньше, чем за 12 часов нужную сумму. И там за неделю даже накопилось что-то под 4 миллиона. Так, ну что, у нас, кстати, и денежки так потихонечку более или менее копятся. Мы уже не нищеброды мы. Хотя бы на какие-то текущие расходы хватает. Ну, чуть-чуть машинку прокачать. Что-то прикупить. Можно даже машину какую-нибудь купить будет, если чего-то не будет хватать. Так, ну, в общем, наверное, все на этом. На этом мы серию давайте с вами завершим. В принципе, сделали немало мы в этой серии. Ну, а в следующей, естественно, продолжим. У нас сейчас все равно, хоть и деньги, да, немножко стали появляться, но проблемы есть с деньгами, но это нормально для начала карьеры. Я это уже и на себе ощутил. Вот, так что все идет нормально, все идет путем. Потихонечку мы с вами разовьемся. Теперь нам нужны какие-то малолитражки, чтобы пройти Lightweight и, ну, там передний приводный. Ну, это, я думаю, нам Интегра поможет в этом переднеприводном чемпионате. Ну, в общем, ладно, это все будет в следующей серии. А на этом мы с вами попрощаемся. С вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь, нажимая вот на эту кнопочку внизу, вот на нее, да. И, значит, комментируйте. Комментируйте, конечно же, мне очень приятно общаться с вами. Делитесь своим мнением, высказывайтесь. Ну и ставьте лайки, если вам понравилось. Все, всем пока-пока, увидимся в следующей серии.